Первыми к туристам добрались спасатели «Горкий город», которые сообщили в отряд МЧС, что двух молодых людей они выведут самостоятельно, а для эвакуации тела погибшего требуется вертолет. Из-за сложного рельефа и подвижного снежного покрова транспортировка пешком опасна для самих спасателей. Подходящей площадки для посадки воздушного судна на склоне не было, и для того, чтобы эвакуировать тело погибшего, спасатели спустились из вертолета по веревке. Затем носилки были подняты на борт. Тело 24-летнего погибшего жителя Московской области передано сотрудникам правоохранительных органов.